что моя бабушка была врачом, моя мама сейчас врач, и я вижу, скольким людям она помогает каждый день, и сколько жизней она спасает, и я хочу пойти по стопам своей семьи и делать столько же хорошего для людей, сколько и они. Почему я хочу стать врачом? Профессия врача – очень трудная работа, и не каждый берет на себя такую ответственность. Хирурги, например, спасают несколько тысяч жизней в год. Бывают такие настолько серьезные операции, что от них иногда зависит жизнь самого человека. Есть врачи, которые спасают людей моральной поддержкой, так как у людей бывают такие раны вследствие душевных срывов. Они – врачи, которые помогают им, помогают зашивать эти раны и пропускают всю их боль через себя. И лишь поэтому я хочу стать врачом. Почему я хочу стать врачом? Потому что врачи дают людям второй шанс, а все люди заслуживают второго шанса. Врачи берут на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных, необходимых профессий на Земле. Меня мотивирует та мысль, что я смогу спасти или продлить не одну человеческую жизнь. Поэтому я хочу стать врачом. Это моя мечта. Почему я хочу стать врачом? Потому что хочу помогать людям. Хочу, чтобы мои родные и близкие никогда не знали горечи страшных заболеваний. Хочу дарить людям надежду. Я считаю, что то чувство, которое мы испытываем, когда помогаем людям, это самое прекрасное, что есть на этом свете. Профессия врача – это одна из самых благороднейших профессий, которые требуют огромных затрат человеческой души. И это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь.